Интересно, я похож на Ускова? Кого я обманываю? У меня нет шапки-ушанки. Сто, у меня есть офигенный фокус для вас. Привет всем любителям карт, с вами Нера, и сегодня я покажу вам фокус с двумя дырявыми дамами. Ну, я про карты имею в виду. Давайте посмотрим, как он выглядит. Я буду использовать двух дам, как вы уже увидели, такие дырочки на них есть. То есть у нас есть дама черви и дама буби. Так что они нам не нужны. Нам нужно выбрать карту какую-нибудь. Давайте, например, вот эту. Это у нас десятка пик. Зритель может ее подписать, если хочет. И мы убираем ее куда-нибудь в центр. Вот таким вот образом. Самая интересная вещь, используя этих дам, вы не заметите момент, когда они уже нашли вашу карту, так как есть дырки. Кажется, что это верх колоды, да? Но на самом деле они уже нашли вашу карту. Десятку пик, так? Давайте попробуем еще раз. Мы отправим десятку пик куда-нибудь в центр. Вот таким вот образом. И теперь попробуем ее найти. Вы помните, что здесь есть дырки, да? И вот таким вот образом две дырявые дамы нашли вашу карту. Десятку пик. Мы по-прежнему будем использовать двух красных дам с дырками и колоду карт. Попросим нашего зрителя... А, у меня нет зрителя. Давайте попросим воображаемого зрителя. Так, давай, не стесняйся, назови любую карту. Туз черви давай. Хорошо, будем использовать туза черви. Хотя, в принципе, ты же все равно воображаемый зритель. Давай лучше будем использовать ту карту, которую я хочу. Десятку пик, например. Все равно ты воображаемый, так что мне пофиг. Мы будем использовать ее и, естественно, двух дам. Если я положу их между, то есть карту зрителя положу между дам, то вы можете ее там видеть, так? В принципе, мне кажется, вот этого пространства мне будет достаточно, чтобы перевернуть ее на 180 градусов. Смотрите, раз, два, три. Вот таким вот образом. Можно попробовать, кстати, еще раз. Вот так. Но это не очень интересно. Все-таки воображаемый зритель, я вижу, уже совсем недоволен. И давайте я положу эту карту чуть-чуть по-другому. Так, чтобы зрителю понравилось. Лицом вверх. Вообще, какую карту ты называл? Туз черви. Мне кажется, вот эта карта. Я надеюсь, вам понравился этот фокус с дамами. Ребята, не переживайте, фокус с королями будет скоро, то есть его обучение. Многие уже пишут под каждым видео практически. Все под контролем, обучение скоро будет, не переживайте. Я думаю, даже вот полдня пройдет с момента, как я выложу вот это видео, и выйдет обучение на королей. Так что не бойтесь, не переживайте. И спасибо за просмотр, давайте соберем 500 лайков на этом видео. Ну ты же задолбал уже просить лайки. Короче, пишите, да, в комментарии всю вот эту ерунду, как будто это что-то изменит. Я все равно буду говорить вам, поставь.